Сложности в управлении персоналом – главная причина невысоких показателей в большинстве компаний по всему миру. Как вывести бизнес на новый уровень, делая ставку на людей? Сообщество Реформа – это энергия для вдохновения, переоценки целей и результатов вашего бизнеса. Два дня, 670 человек, 42 спикера, 7 стран, 56 партнеров, 377 компаний. Пространство, где люди зажигают людей на новые победы. Я верю в людей! Я верю, что люди не хотят быть ресурсами, кадрами и точно не хотят быть подчиненными. Люди хотят быть людьми. Если вы хотите что-то серьезно изменить, начать со связи с сотрудником. Все остальное придет к вам через них. Нельзя впускать в себя страхи, нельзя поддаваться этому. Ты обязан, просто обязан эту мечту довести до ума. Жизнь как собачья упряжка. Если ты не вожак в этой стае, то пейзаж за окном не меняется. Самое главное в компании – это не финансы, это не оборудование, это человеческое творчество. Работу, в которой присутствует смысл, полезность, когда человек ее ощущает, люди делают совершенно по-другому. И нам так понравилось это определение, и мне кажется, эта фраза – пример того, как смыслы и ценности, которые создают сотрудники, могут быть искренними. Сегодня специально обученные люди полдня залазили и под кресло приклеивали доллары. Но вас надо вовлекать в то, чтобы вы деньги взяли. В рамках People Management Reform Winning the Hearts Russia состоялось награждение победителей ежегодного исследования Best Employer Study. 10 лучших работодателей России вышли на сцену за заветной наградой, которую получили из рук своих сотрудников. Реформ – это возможности. Возможность за два дня услышать, как лидеры мировых и отечественных брендов инвестируют в людей и формируют корпоративную культуру. Возможность узнать, как повысить эффективность компании благодаря вовлеченным сотрудникам. Как создать устойчивую философию бренда в России. Как выигрывать в нестабильное время, делая ставку на людей. Следующий год открыт для возможностей своей непредсказуемостью. Какие результаты получишь ты? Реформ 2015. 12-13 ноября. Московская школа управления Сколково. 670 участников. Два дня вдохновения для тех, кто руководит людьми и создает собственный бизнес.